Оригинальная Gallardo — самая успешная модель Lamborghini за всю историю. Всего было продано 7100 машин. Новая Gallardo LP564 оснащена более мощным двигателем и на 20 кг легче, что означает лучшие характеристики при прочих равных условиях. Тяга также увеличена по сравнению с предшественницей за счет доработок полноприводной трансмиссии, подвески и аэродинамики. Плавные линии низа кузова и задний диффузор прижимают машину к дороге на высоких скоростях. Lamborghini Gallardo LP564 — идеальная машина для того, чтобы проходить повороты быстро. Развесовка, при которой 57% веса приходится на заднюю часть, достигнута за счет продольного расположения двигателя. Отсюда в названии аббревиатура LP — Longitudinale Posteriore. Идет преследование зеленой Lamborghini, движущейся по Уэст-Бич-Фривей. Подтверждаю, нарушитель пытается скрыться с места ограбления у завода Хастентек. Подтверждаю, к вам направлен перехватчик. Прекращаю преследование. Погоню продолжит перехватчик. Перехватчик, во время налета были захвачены ЭМИ генераторы. Будьте осторожны. Дорогу перекроют в указанной позиции. Это пост, код 250, вызываемся. Обнаружен сигнал. Всем машинам разрешаю использовать полосы с шипами. Повторяю, используйте полосы с шипами. Это патруль. Дорога блокирована. Ждем. Конец связи. Выполнено. Дорога впереди перекрыта. На связи пост. Нарушитель совершил столкновение. Полоса с шипами развернута. Полоса с шипами развернута по ходу движения. Нарушитель арестован. Доставьте его для допроса. Соблазнительно мощный и изысканный Aston Martin DBS является собой сочетание отточенной производительности и минималистической роскоши. Этот автомобиль олицетворяет важную технологическую веху для Aston Martin. Он фактически приглашает за руль представляя собой высшее искушение для любого водителя. Действительно великие, роскошные спортивные автомобили — большая редкость. Посредственность слишком часто торжествует. И действительно оригинальные и великие инновации в области дизайна и достижения инженерной мысли доступны лишь немногим. Aston Martin DBS — как раз такая машина. Это один из самых мощных автомобилей, выпущенных Aston Martin. DBS сочетает в себе беспримесную мощь, гоночные технологии и великолепие дизайна. Автомобиль оснащается двигателем V12, развивающим мощность 517 лошадиных сил. Подобно костюму легкоатлета, алюминий и углеродное волокно облегают формы DBS, вытянутыми линиями и точенным профилем, подчеркивая скрытые под ними мускулы. DBS — прямой потомок DBR9, это чистокровная гоночная машина, выигравшая множество гонок на выносливость, в частности, Ле Ман 24 в классе GT1 в 2007 и в 2008 годах. Благодаря углеродно-керамическим дискам и адаптивной подвеске, адаптирующейся практически к любой ситуации, DBS прекрасно себя чувствует и в городе, и на трассе, и на гоночном треке. Нарушители видели на Fox Slayer за рулем Ford Shelby GT500. Стиль управления агрессивный. Включайте преследование. Центральная разрешает использование поддержки с воздуха. Задействуйте поддержку с воздуха, чтобы не дать ему скрыться. Машинам разрешаю использование ЭМИ. Повторяю, используйте ЭМИ. Конец связи. В небе не ожидается одинаковой цели. Нарушитель задержан. Погоня завершена. Создаем будущее охраны порядка. При помощи ударно-волнового излучателя армейской конструкции можно вдвое увеличить скорость нанесения ЭМИ ударов. Это устройство выводит существующую технологию ЭМИ на новый уровень. Первый корвет был создан в 1953 году Харли Эрлом и назван в честь небольшого маневренного военного корабля. Z06, впервые представленный в 2005 году, это самая мощная версия шестого поколения корвет, оснащенная модифицированным двигателем большего объема и алюминиевой рамой. В 7-литровом, полностью алюминиевом V8 используются легковесные титановые поршни и шатуны. Кроме того, благодаря технологиям гоночного отделения Corvette Racing, шестикратного за последние 10 лет победителя в своем классе престижных гонок 24 часа Ле Мана, Z06 является самым легким из всех корветов. Шестое поколение корвет впервые с 1962 года оснащено открытой оптикой. Центральное. Всем подразделениям запрошено подкрепление на Coral Bay Drive. Всем подразделениям выйти на связь. Чрезвычайная ситуация. останавливаться. Машина все еще на ходу. Утверждаю, заграждение будет прямо перед вами. Нарушитель въехал в заграждение. Группа захвата. Всем подразделениям перекрытие остановило нарушителя. Нужна помощь. Объект разбился, повторяю. Был выписан талон. Сегодня у меня это уже 50-й. Смотри, лента с шипами. Нарушитель объехал полосу с шипами. Нарушитель объехал полосу с шипами. Не повезло. Выполнено. Дорога впереди перекрыта. Рядом с вами обнаружена полоса с шипами. Соблюдайте крайнюю осторожность. Дорога перекрыта. Берем его. Всем машинам заграждение не сработало. Утверждаю, дорогу перекроют в указанной позиции. На связи босс. Нарушитель совершил столкновение. Готово. Пойду закончу с ними. Нарушитель использовал ленту с шипами. Всем соблюдать осторожность. Всем машинам. Дорога впереди перекрыта. Всем машинам сюда. Всем постам приборы зафиксировали резкое ускорение нарушителя. Будьте начеку. Это патруль. Дорога блокирована. Ждем. Конец связи. Вас понял. 1073. Разрешен. Дорога перекрыта по... Код 1050. Вызываю все машины. Вас понял. Запрос получен. Воздушная поддержка в пути. На дороге шипы. Всем подразделениям соблюдать осторожность. Цель задержана. Машины подходят. SCPD нагоняет уличных гонщиков. Самые эффективные и дорогие дорожные заграждения можно устанавливать при помощи новых Porsche Cayenne Turbo. Дорожные заграждения SCPD совместно с Porsche.